Друзі, я вас вітаю. Ви на першому міському. Мене звати Іван Дичак, і це проект «Інтерв'ю дня». Сьогодні до нашої студії завітала доцент кафедри економіки та підприємництва Вікторія Радько. Я вас вітаю, пані Вікторія. Добрий вечір. Ну, з професійним святом я вас поздоровити не можу, бо ви є теоретиком, так? І я дуже хочу, щоб наші телеглядачі зрозуміли, що ми про ведення бізнесу, про створення бізнесу будемо говорити саме з теоретичної точки зору. Тож, розпочинаємо. Ну, ось дивіться, все ж таки все починається з якоїсь мети, все починається з якоїсь ідеї. Як загалом зрозуміти, що твоя ідея, скажімо так, може приносити тобі, скажімо там, користь і кошти? І як на такому першому етапі зрозуміти це? Чи можливо це? Я поняла, о чем вы говорите. Любой бизнес обязательно начинается с идеи. Конечно, практикующий предприниматель, бизнесмен, он бы, вот, наверное, рассказал бы более с точки зрения проблем, с которыми он сталкивался в процессе вот, реализации этой идеи, с самого начала создания бизнеса. Я вам могу рассказать, как правильно, да, что... по классическому подходу, с чего нужно начать. Если у вас есть бизнес-идея, вот вы уверены, что она может принести вам определенную прибыль, какие-то финансовые средства, я бы вам советовала обязательно начать составление бизнес-плана. Потому что зачастую происходит так, что предприниматель начинающий, он излишне самоуверен и излишне уверен в исключительности своей идеи. И не считает нужным каким-то образом составить подробный документ, который помог бы ему понять, есть ли эта идея прибыльная, либо же это все-таки банальная идея, которая уже, ну, вернее, продукт, ну, идея это продукт, да, который мы хотим продать, будь то продукт, который можно потрогать, либо же там, вот, информационная услуга, какая-то любая услуга. Поэтому все-таки бизнес-план. Какие складові бизнес-плану? И... Ну, я зрозумів, що дуже ретельно до нього треба ставитись. Які складові, з чого потрібно починати, і як ми зрозуміємо, що так, бізнес-план складений вірно, і це дійсний документ? Ну, я бы вам сказала, что для того, чтобы понять, что такое бизнес-план, можно сравнить этот документ с составлением личного графика. То есть вот ведение органайзера, да, есть не обязательной такой вот процедурой, но это очень упрощает жизнь, да, вы знаете, что вам делать в следующий час, в следующий день, в следующую неделю и так далее. Так и бизнес-план – это документ, который позволит вам четко ориентироваться в том, что вы должны сделать для того, чтобы достичь цели, то есть реализовать эту вашу идею с целью получения, соответственно, прибыли. Бизнес-план не имеет вот какой-то четкой структуры, которая была бы зафиксирована, это было бы, ну, это бы требовалось бы. В принципе, это бизнес-план можно и не составлять, вот как вы поняли, да, это предприниматель должен определить для себя, нужно ему это или нет. Но 95% предпринимателей, которые проигнорировали вот такой шаг, как составление бизнес-плана, терпят крах, завершают свою деятельность в течение первых 2 лет. И 64% из них, да, которые составляют все-таки этот бизнес-план, они в будущем расширяют свой бизнес. Бизнес-план, скажем так, поструктурно имеет такие обязательные элементы. Есть методика, соответствующая ЮНИДО, то есть это Организация Объединенных Наций по вопросам промышленного развития. И, соответственно, к этой методике каждый предприниматель составляет бизнес-план. То есть обязательными элементами бизнес-плана есть 8. Обязательно это есть резюме, которое будет раскрывать основные такие моменты, как кто есть собственник, бизнеса, сколько финансов необходимо, да, какой первоначальный капитал для создания и реализации этой бизнес-идеи, заканчивая основными финансовыми показателями, как показателями эффективности, сроком окупаемости и так далее. Инвестора в первую очередь интересует именно резюме. А бизнес-план складывается, власне, для себя, чи
чи все ж таки для інвестора, який майбутнє буде фінансувати твій проект? Бізнес-план має комунікаційну функцію, причому як внутрішню, так і внутрішню. Так от, якщо внутрішня, то це, звісно, для інвестора, тобто будущих партнерів, інвесторів, потенціальних потребителів вашого продукту. А внутрішня, відповідно, це, скажімо так, розробка такого механізму самоорганізації, коли кожен учасник цього процесу розуміє своє місце в ньому. Угу. Я розумію, що в бізнес-плані ще, мені здається, головне не дурити самого себе. Так, конечно, не переоценивать свои возможности. Особливо, коли ти його, собственно, ну, несеш до інвестора. Бізнес-план. Він є, і після цього ми бачимо, що, ну так, є якісь перспективи, те, що буде це працювати. Що ми робимо далі? Як, скажімо так, які документи повинні, і що, коли ми далі повинні, скажімо так, йти? Угу. Ну, я еще хотела бы остановиться, да, мы так остановились с вами на резюме, просто да, вот резюме. Имеет структурные там элементы основные, вот обязательным, вот когда спрашивают, вот что самое сложное в составлении бизнес-плана, вот какой раздел самый сложный. Сначала я всегда говорю, анализ рынка, от этого зависит все, вот проблемы существуют о том, что относятся поверхностно к вопросам изучения спроса, и потом возникают проблемы с реализацией продукции. То есть, изучив досконально спрос, мы должны сформировать производственные мощности, которые, да, в которые это есть наши основные инвестиционные вложения. То есть, переоценив свои возможности, мы, скажем так, не получим тот результат, на который надеялись. Также забывают еще о рисках, вот как вы говорите, вот, как я получу прибыль. То есть в бизнес-плане, ну, нужно, необходимо предусмотреть все риски, которые могут подстерегать предпринимателя. И пытаясь это сделать, ну, еще даже, вот знаете, можно самому составлять бизнес-план, а можно привлекать специалистов. Конечно же, имея опыт в сфере какой-то деятельности, это легче. Специалист поможет вам, вот то, как я сказала, правильно это сделать, ну, грамотно. И от правильности и грамотности составления бизнес-плана все-таки будет зависеть и успех вашей деятельности. Это то, что, да, вот касается бизнес-плана. Разделы мы с вами, там есть и маркетинг-план, и характеристика предприятия, вы должны охарактеризовать продукцию свою, для того, чтобы инвестор понимал, что есть предметом деятельности вашей. Характеризуя продукцию, скажем так, всегда останавливаюсь. Вот предприниматель, наверное, вот неопытный, он молодой, начинающий, наделяет свою продукцию какими-то исключительными характеристиками, вот на его взгляд. Это вот просто вот есть, других аналогичных продуктов рынок не имеет. Вот моя лучше всего. Поэтому в бизнес-плане необходимо показывать, характеризуя продукцию, учитывать на тех ее характеристиках, какие она, которые позволяют удовлетворить определенную потребность. То есть конечным же потребителем есть потребитель на рынке, да, такие вы, я, люди, изучив потребности которых, мы будем иметь 100% успех. Но начинать свою деятельность нужно, понимая, что у тебя есть целевая аудитория. То есть анализируя рынок, определяя целевую аудиторию, сегмент свой рыночный, при этом не нужно, как бы, вот знаете, распрашивать усилия на, как говорят, предлагать свою продукцию всем без исключения. Вы должны, да, четко определить этот сегмент, в котором вы будете работать. Это шансы на успех удваиваются, утраиваются и так далее. После того, как бизнес-план мы составили, да, или нам помогали в этом, либо же мы составляли сами, все-таки дальше необходимая процедура регистрации. Вас тут, как... тут я кому хочу поставити. У мене ще питання щодо бізнес-плану. Якісь ключові такі засади бізнес-плану того бізнесу, який зрозумілий, так, для всіх. І це такий бізнес, який, ну, скажімо так, ти нічим не дивуєш там. Ти один із тих гравців, які вже є на ринку. Традиційні форми, так. А якщо якась нова ідея, стартап, от тут які, скажімо так, які наголоси треба розставити? Стартапи, вони, скажімо, є більш, мені здається, і ризикованими, оскільки традиційні.
Можно российскую, будь ласка. Да, стартапы более рисковые, вложения в стартапы более рисковые, все-таки форма финансирования, потому что, знаете, как стартап, это что-то новое, ты не понимаешь, будет ли у тебя реализация, ну, то есть найдешь ли ты своего потребителя. Вот. Но, с другой стороны, стартапы в сфере IT, они сейчас очень популярны, очень, скажем так, находятся инвесторы, которые готовы рисковать своим капиталом и вкладывать в это средства. И, скажем так, ну, больший процент именно в сфере IT, ну, я не специалист в сфере IT, но вот то, что я знаю, получают свою реализацию и получают достаточно таки высокую рентабельность. Так, все, бізнес-план у нас, скажімо так, є на руках, він вірно, адекватно і враховуючи там всі канони ринку складений. Що далі? Да, далі ми составили цей бізнес-план, як ми вже говорили, для себе і для потенціального інвестора. Ну, для того, щоб предлагати кому-то этот бизнес-план, мы должны определенный статус иметь. Не просто вот я составил, я пришел, там студент, я преподаватель, либо же просто гражданин. Нужно зарегистрироваться как частный предприниматель. Естественно, это может прозвучать, вот, что это процедура, она долгая, она бюрократичная. Но государство упрощает эту процедуру регистрации, и мы можем сейчас зарегистрироваться, начиная с 2015 года, мы регистрироваться можем онлайн. Для регистрации онлайн у нас есть два ресурса. Через первый ресурс, это через сайт Минюста, и второй ресурс, так называемый iGov, портал государственных услуг. Но для регистрации онлайн обязательным требованием есть наличие электронной цифровой подписи. Потому что заполняя там заявление и, так, ну, и другие документы, мы должны засвидетельствовать, да, что это мы, подпись электронная у нас должна быть. Но также, если есть и вторая форма регистрации, это традиционная, если вы не дружите с там технологиями компьютерными, можно пройти эту регистрацию традиционным образом, оббивая, скажем так, кабинеты государственных регистраторов. А там еще отбивают кабинеты? Вы знаете, если Минюст обещает за один день вы можете стать предпринимателем сайта, да, через сайт онлайн, то возможно. Если традиционно, вы знаете, есть непреодолимые факторы. Я розумію, що тут треба ще з формою власності, так, розібратись, в якою і хто, конечно, консультує з цього приводу. Вот кто консультирует. Можно привлекать специалистов, мы с вами об этом говорили. Но я знаю, вот если рассматривать как форму поддержки предпринимательства, да, то в 2016 году стартовала была программа поддержки и развития малого бизнеса, инициатором был Приватбанк, называлась она «Страна предпринимателей». Основной целью этой программы было создание дополнительного количества рабочих мест, там порядка 1 миллиона рабочих мест было. И одной из функций именно этой программы было консультирование, качественное консультирование начинающих предпринимателей, которые хотели создать свой бизнес, но в силу недостатка, возможно, опыта, не имея специального образования, какими-то вопросами они не владели. Я певен, что при одній умові, що рахунок треба було відкрити саме в Приватбанку. Можливо. Продовжуйте. Вот. Есть независимые консультанты, ну, это, естественно, стоит дополнительно денег, которые, опять же, мы должны учитывать, да, при планировании своих финансовых ресурсов. Поэтому есть консалтинговые всевозможные организации, которые с удовольствием не просто проконсультируют, а все за вас составят, сделают, зарегистрируют. Ну, присутствие обязательно, конечно, но всю эту процедуру помогут пройти. Все ж таки, держава якось спонукає до того, щоб у нас розвивався середній, малий бізнес? Ну, ви знаєте, звісно, розвиття середнього і малого бізнесу – це, ну, основний пріоритет має бути державної політики в плані
выхода страны из кризиса. Но, к сожалению, каких-то государственных программ, направленных на поддержку такой вот формы, да, малой формы предпринимательства, я вам назвать не могу. Вот слышала, которая реально была, функционировала, это вот то, что Приватбанк. Частные лица много предлагают, вот тот же Мединвест, если вот вы знаете, вместо нашими руками было, ну, там не сколько ваша бизнес-идея, сколько... Это грант. Вот в таком виде предлагают что-то, и старт за рубежом, очень за рубежом развита поддержка малого и среднего бизнеса, только в одной Германии более 500 программ государственных для поддержки предпринимателей именно сектора малого и среднего бизнеса. У нас, к сожалению, о таких глобальных не слышно. Банковская сфера якось допомагає. А вот опять же банковская сфера. Ні, я не те, щоб до консультацій, ну якісь пільгове кредитування. Ну вот именно эта страна предпринимательства, она и одним из направлений для уже действующих предпринимателей было свободный доступ к микрокредитам. Льготные ставки инвестиционные предлагали, потому что, как вот общаясь с предпринимателями и задавая им вопросы, вот какие проблемы? Проблем при регистрации нет, как правило, все упрощено. Проблема есть в финансировании. Очень тяжело найти инвестора, тем более сейчас привлечь. У нас нестабильная экономика, у нас... Современные реалии таковы, что не особо кто-то хочет вкладывать деньги. Так вот, вот эта вот страна предпринимателей программа, она и предусматривала доступ к микрокредитам и снижение ставок. Закрытый бизнес так же легко, как открыт? А вот здесь зависит от формы организации бизнеса. То есть, организационно-правовой формы организации бизнеса. Многие предприниматели думают, вот что, физическое лицо предприниматель не солидно как-то организует общество с ограниченной ответственностью, и при этом совершенно не понимая, что там совершенно другие умовы, условия налогообложения, совершенно другие штрафы, и при этом совершенно другие механизм закрытия. Поэтому, если вы один и вы хотите что-то попроще, то это физическое лицо предпринимателя. Мы десь уже завершимо, дивлюсь на годинник ефір. Все ж таки ключові моменти. Давайте якесь резюме таке зробимо. Ну вот все-таки есть экономические, есть правовые. Экономические – это доскональное изучение спроса, серьезный подход к источникам финансирования и должна быть программа четкое погашение кредитов и возврата этих средств. И юридически это все та же выбор формы организации, правовой формы организации бизнеса, которая вам позволит легко открыть, легко закрыть при необходимости ваш бизнес. Далее, если юридически рассматривать, то это правильное заполнение документов, потому что регистрационных, потому что есть такая... вы должны обязательно заполнить вот так называемый КВЭД. Это классификатор видов экономической деятельности. Да, если вы укажете неправильно, то исправить возможно только при повторной перерегистрации. Або мало цих КВЭДов вы можете себе взять, и тогда якась тогда, если вы хотите получить лицензию наступна какую-то, то вас зрозуміло сразу же должны проверить в едином реестре, и если вы не укажете неверно, соответственно, будут проблемы. Далее это выбор формы налогообложения. В Украине существует их две формы, общая там и упрощенная. То есть, соответственно, нужно будет проконсультироваться с квалифицированным бухгалтером, который вам поможет и подскажет все-таки, согласно вашей форме, какая лучше. Вот еще такой момент, знаете, как защита прав. То есть патент, если у вас какая-то есть торговая марка, товарный знак, который вы хотите запатентовать, вы должны это обязательно сделать, потому что... Но это уже досить иншая история. Зовсім иншая история, яка еще на 20 минут может затянуть. Останнє питання. Багато спілкуєтесь зі студентами. Що ви бачите? Є у нас потенційні люди, які будуть займатися бізнесом? Ви знаєте, много таких. І приходять випускники, і приходять, говорять, давайте щось організуємо. Я готов, давайте идеи. Говорю, давай идеи, я помогу. Много студентов, занимаясь бизнесом, у нас они разрабатывают бизнес-планы, предлагают идеи. Ну, есть и традиционные, нетрадиционные, занимают места на городском уровне и на всеукраинском в конкурсах бизнес-план. Но, к сожалению,
реально реализованного, конечно, нет ни одного. Я хотел на позитиве закончить. Нет, смотрите, на позитиве, конечно, вот была у меня студентка, которая третье место по Украине заняла со своим бизнес-планом. К сожалению, вид деятельности не очень позитивный, крематорий, но... Нет, а в нас талановиті люди, держава не допомагає. Конечно. Тут крапка. Дуже дякую. Доцент кафедри економіки та підприємництва Вікторія Радько була сьогодні у нас в нашій студії. Мене звати Іван Дичак. Залишайтеся на Першому міському. До побачення.